Потепление в Якутии вызвано циклоном, который пришел на территорию республики из Красноярского края. Как долго продержится теплая погода, ЕСИА рассказала замначальника якутского УГМС, начальник гидрометцентра Татьяна Маршалик. Сначала циклон вышел на север северо-запад республики, затем нырнул через западные районы на центральные, далее он выходит на Охотское море. Один циклон уже прошел и принес нам довольно теплую погоду и дожди, что даже снег в лесу растаял. Гололедица образовывалась в основном на открытой поверхности и на дорогах, так как ночью температура воздуха все же опускается ниже нуля. В ближайшие сутки ожидаем выход еще одного циклона, который пойдет по такой же траектории, прокомментировала специалист. В теплый сектор второго циклона с 11 октября попадут западные и центральные районы. Температура воздуха днем здесь ожидается от 3 до 8 градусов тепла. Также возможны дожди. Но уже к пятнице, 13 октября, синоптики ожидают понижение температуры до нуля, так как циклон начнет смещаться. А с севера на территорию Якутии выйдут холодные воздушные массы.